Підтримка української морської партії Сергія Ківалова серед одеситів зростає. Представники Малиновської районної організації політичної сили знаходяться у постійному діалозі з місцевими жителями. Активісти партії разом з одеситами підіймають ті проблеми, на які ніхто не звертав увагу роками, та закликають місцеву владу виконувати свої обов'язки перед одеситами. На черговій зустрічі з місцевими жителями по вулиці Космонавтів 27/2 поспілкувався лідер політичної сили Сергій Ківалов. Слева, справа, пятиэтажные дома, хрущевки. Они были рассчитаны, что они будут существовать 30-40 лет, и потом их нужно будет снести. Но никто не сносит, потому что нет жилья, и никто не собирается благоустраивать эти районы. Я вам хочу сказать, что мы, как показатель, у нас такое же общежитие есть, в Национальном университете юридической академии. Такое же пятиэтажное здание. Мы показали, что мы можем установить солнечные коллектора и установили эти коллектора. Мы сделали и показали, что студенты, которые живут в этом общежитии, они имеют горячую воду и летом, и зимой. Нужно уметь руководить процессом, нужно вникнуть в каждую проблему, которая существует. Вот если мэр будет заниматься коммунальным хозяйством, чтобы не приходили здесь и не прятались за углом директора ЖЭКа или участка, а выполняли ту функцию, которую они должны выполнять. Лідер української морської партії Сергій Ківалов наголошує, що політична сила – це команда професіоналів, які прагнуть працювати на благо одеситів та усього міста. У нас є достойні кандидати в депутати від Малиновського району. Валентин Федоров, председатель профсоюза Национального университета юридической академии. Он знает, как использовать денежные средства на благо жителей района. У нас есть ведомственные дома, у нас есть территории, все ухожены. И председатель профсоюза, он знает, что это такое. Он кандидат наук, он доцент, он знает, что такое право, он знает, что такое уборка. Если он организовывает, Федоров, наш кандидат в депутат городского совета, организовывает в университете, мы видим результаты, то я думаю, что если он придет сюда, и он тоже сможет вполне организовать все для того, чтобы люди видели его результат. Надо просто желание. Мы занимаемся большим количеством социальных проектов, и если раньше большинство из них было доступно в Приморском районе города Одессы, то теперь они и в Суворовском, и в Киевском, и, конечно же, в Малиновском районе. Это и бесплатные клубы по боксу, по борьбе, это и регби, и многие другие виды спорта. Помимо этого, мы открыли центр тестирования на коронавирус COVID-19. Мы занимаемся и бесплатными компьютерными курсами для пожилых, для детей. И много-много тех социальных проектов, которые реализовывал Сергей Ківалов на протяжении более чем 20 лет, они продолжают реализовываться и теперь доступны жителям Малиновского района. Голова Малиновської районної організації Української морської партії Валентин Федоров підкреслив, активісти партії уважно вивчали основні проблеми мешканців усіх прилеглих будинків. Питання щодо надання комунальних послуг, стан комунікацій, доріг, дитячих майданчиків тепер одесити не один, но один зі своїми проблемами. Украинская морская партия Сергея Ківалова уже достаточно уверенно работает в Малиновском районе города Одессы. И близлежащие дома мы в течение нескольких недель оказывали помощь жителям этих домов. И, знаете, они обратились к нам, попросили сделать для детей, для жителей этих домов небольшой праздник. Почему? Потому что вы знаете, какое количество проблем сейчас, какое количество негатива. И захотелось дать немножко праздника в жизнь наших жителей. И, знаете, немножко разнообразить их серые будни. Я думаю, что наш праздник удался. Они приходят, конечно, не только порадоваться, но и рассказать о своих проблемах. И я уверен, что Малиновская районная организация Украинской морской партии Сергея Ківалова будет успешно решать эти проблемы. И когда мы зайдем уже в городской совет, эти проблемы мы будем решать еще более эффективно и более уверенно. В Малиновському районі мешкають люди з активною громадянською позицією. Їм не все одно, яким їх район і місто прикинеться завтра. Тому охоче діляться наболілим з лідером партії Сергієм Ківаловим. Більш того, одесити готові боротися за гідну якість життя разом з представниками партії. Ми живемо в цьому домі. Тут постійно вода. Приходіть, коли дощ йде. У нас не працює водоприємник. За домом деревья сухостой, надо удалить. Что это будет делать? Все депутаты, бывшие, настоящие, все обещают. Только никакого нет. У нас, наверное, всех одесситов волнует одно. Застройка на морском берегу.
Настоящий мэр города не должен позволять такое. Я не знаю, как они там депутаты, что они делают, как они работают. Но чтобы уничтожить причалы, все поуничтожали. Українська морська партія відома своїми соціальними проектами. Зокрема, в Малиновському районі діють безкоштовні секції з різних видів спорту – карате, боротьби, боксу. Голова міської федерації боксу стверджує, що Одеса давно стала боксерським регіоном, тому треба шукати таланти серед жителів міста, але не всі можуть дозволити собі платні тренування з боксу. На днях уже ми закінчуємо ремонт нашого клубу «Академія бокса». Где все дети будут заниматься совершенно бесплатно, будут обеспечены всем необходимым, перчатки, шлемы, боксерская форма, экипировка. Также мы уже надеемся, что, дай бог, чтобы все получилось, 1 октября будет открытие клуба, и сразу же будет проводиться турнир «Дети – наше будущее». Активно реалізується допомога жителям Малиновського району у різних сферах. Одесити звертаються за юридичною допомогою, адже питання ЖКГ залишаються актуальними та невирішеними. Багато уваги приділяється людям похилого віку, щоб вони мали змогу елементарно заповнити заяву та направити її до потрібного органу влади. Большое количество жителей Малиновского района обращаются к нам юридическому клинику, и у всех вопросы все различные, начиная от мелкобытовых, заканчивая серьезными судебными вопросами. Люди обращаются и по сей день, и во время карантина. Мы всех принимаем, никому не отказываем. Очень важно, что у нас есть контакт с нашими жителями, и что они знают, что всегда могут обратиться к нам в юридическую клинику по все различным вопросам. Кроме того, у нас есть большое количество социальных проектов, которые реализуются при поддержке лидера Украинской морской партии Сергея Юрьевича. Это и бесплатные компьютерные курсы, это и стоматологическая помощь, и это тесты по коронавирусу. На самом-то деле у нас очень активно продвигается деятельность как раз в Малиновском районе Украинской морской партии. Мы фактически каждый день, общаясь с жильцами, видим их проблемы, помогаем, стараемся решать. Конечно, большие проблемы связаны в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Супроводжувалася зустріч святковим концертом та солодким частуванням маленьких одеситів. Для дітей були організовані різноманітні розваги та аніматори з ігровою програмою. Свято також відвідала організатор щорічного поетичного конкурсу «Відродження поезії», який традиційно проходить на базі Одеської юридичної академії за підтримки Української морської партії. Много лет Украинская морская партия, она помогала непосредственно культурному возрождению Одессы и вообще в целостности Украине. Я очень благодарна тем людям, которые принимали такое участие, помогали детям проявить себя в творчестве, выразить свой талант, показать. Поэтому достаточно большой объем работы, достаточно много дел я увидела, что со стороны этой партии действительно идет работа. А наприкінці святкової програми лідер Української морської партії Сергій Ківалов отримав прохання від молодшого покоління. Я дуже хочу, щоб ви стали мером, тому що я вірю, що ви це зможете. Зустрічі в районах міста тривають. Українська морська партія Сергія Ківалова – це одеська партія, центральний апарат якої знаходиться в Одесі. Лідер політичної сили впевнений, що представляти інтереси одеситів в районних, міській та обласній радах можуть тільки місцеві жителі, які живуть тут і досконально знають про всі проблеми міста. Саме такі люди гідні бути кандидатами в депутати від Української морської партії.